сумасшедший, вот не знал, как это вообще, не пробовал. Ну, прошло несколько дней, выпал мне звонит, говорит, ты знаешь, я писал. Послушал, ну, великолепно все. Я говорю, ну, давай запишем, я сказал, да нет, если писать, то ну, тогда давай пишем себя, да? Я говорю, я тогда не бываю, но не важно. Мы запишем полностью эти симфонические оркестры, вот, и они пришли к нам минусовую фонограмму, и мы с тобой обязательно эту песню исполним на концерте, как пример. Шекспир, пусть он дома, если он в зале, если он здесь, можно быть королем. Послушайте, как звучит лондонский симфонический оркестр.